И всем привет, с вами Ростиксон. Сегодня я расскажу про реалити чейны, также у меня будет много вопросов к вам. И первый вопрос, вот у меня есть $8, допустим, на каждое видео, которое я могу разыграть. И как бы вы хотели, чтобы происходил розыгрыш? Я пока что думаю, ну, например, найти какие-то пасхалки в видосе и написать об этом в комментариях. Также, я думаю, в каждом видео я буду делать розыгрыш по разыгрышу, так что пишите в комментариях. Я думаю, то, что даже несколько вариантов подойдет, и может быть у них будет бонус. Так, что же такое Reality Chain? Это новая многоцепочная социальная метавселенная, которая обеспечивает доступный опыт метавселенной. Также это открывает начало метавселенной, которая может быть постоянным доступом с любого устройства и которая эффективно позволяет пользователям взаимодействовать с ней параллельно с деятельностью в реальной жизни. Также все ссылочки будут в описании на Reality Chain, мой телеграм-канал, в котором я буду говорить что, и на Chatner Games, в котором я часто сижу, где все о играх на NieR. Также интересные конкурсы, например, там в игры играем, я как-то занял первое место, выиграл неплохой приз. И самое главное, как я считаю, там самые актуальные новости о играх на NieR, ну и много тех, кто шарит за игры и вам может подсказать ответы, в общем-то, на ваши вопросы. Переходите по ссылочкам. Кстати, Reality Chain разрабатывается по протоколу NieR, открывая начало следующего поколения метавселенной. В этом ролике мы рассмотрим концепцию, лежащую в основе разработки Reality Chain, а также особенности, отличающие ее от любой другой метавселенной, представленной в настоящее время на рынке. Разработчик считает, что больше людей должны иметь доступ к метавселенным. Технология должна быть доступной и простой в использовании. Сеть реальности создает возможность повышения социальной активности, делая метавселенную частью повседневной жизни человека, а не заменяя ее. Упрощая доступ к метавселенной и взаимодействие с другими пользователями внутри нее, метавселенная может быть лучше интегрирована в повседневную социальную жизнь. Reality Chain обладает различными захватывающими многопользовательскими функциями, которые позволяют пользователям полностью настраивать свое личное пространство. Эти функции позволяют игрокам брать на себя роль аватаров NFT и взаимодействовать с широким спектром внутриигровых активов, представленных с помощью NFT. Другими словами, вы сможете редактировать внешне свой персонаж, возможно, давая ему свои собственные черты, чтобы почувствовать, что вы реально в другом мире. А также игроки смогут покупать и сохранять право собственности на определенной области, где владелец может создавать вещи. Другими словами, в своем участке. Владельцы метавселенной имеют возможность поставить свои реальные доллары, чтобы создать землю, которая может быть продана в пределах метавселенной. Это значит, что вы можете покупать и продавать участие в игре другим пользователям. Одна из самых выдающихся функций, которую предлагает Reality Chain, ну или сеть реальности, является возможность исследовать мир, легко перемещаясь, видя внутренние и наружные пейзажи и взаимодействуя с объектами, а также изменять навык в зависимости от местоположения. Вы можете гулять внутри игры и можете наблюдать, чем занимаются другие игроки, но если у вас нет права на собственность, тогда вы не сможете ломать или вредить другим игрокам. Если хотите социальных взаимодействий, тогда именно для вас доступны частные и публичные голосовые текстовые чаты в Reality Chain, которые обеспечивают более реальный и уникальный опыт. В этой игре, так как есть рынок, где можно покупать, продавать вещи, пользователи могут взаимодействовать с объектами, просматривая их детали и получать ссылку на соответствующий рынок, где можно их продать или купить. Например, так. Такс. Давай заходим на сайт, мы видим трейлер, его можно посмотреть. Дальше Partner Wars, концепция, дорожные карты, инвестор, можем посмотреть, кто инвестировал, какие компании, многое другое. В общем-то, все довольно легко. Теперь зайдем в игру. Тут нужно подключить кошелек, у меня это MetaMask. Интересный дизайн, как вам? Но, как по мне, чего-то не хватает. Но я думаю, добавят в будущем. И, кстати, постоянно развивается компания. Так, тут можно менять своего персонажа, голову, прическу, цвет, кожу. А в этой вкладке можно менять лицо, в следующей вкладке можно менять одежду. Выбора тут много, и точно сделайте персонажа, который вам действительно нравится.
Также можно найти земли, которые они уже есть на NFT Paris ID, или пустую землю. Нажмите на объекте NFT, чтобы посмотреть детали в мире, а затем перейдите к Paris ID. Купить землю. В общем-то, обратите внимание, что земля, которая никому не принадлежит, обозначена черным цветом на мини-карте. Земля, которой вы владеете, окрашена в синий цвет, а земля, принадлежащая другим, окрашена в красный цвет. Вот, примерно так. Буду благодарен за конструктивную критику в комментариях. Также я могу ошибаться, если что, тоже поправлять в комментариях. Вот примерно так. Также жду вашего мнения, как разыграть примерно $8 видео. Например, сделать какие-то пасхалки видео, кто их найдет, напишет в комментариях, рандомно получит приз. Ну, в общем-то, примерно так. Я точно вас выслушаю и приму решение. Напоминаю, все ссылочки в описании. Удачи и будьте аккуратны!